Жирный голубь советует, если не подписан, то подпишитесь. Короче, донаты меня разбаловали в последнее время, донаты каждый день, да, вот. Последний донат — это Фили Усков, 200 рублей, и пишет, хотел задонатить на этот самый треногу, да, короче, вот, на штатив. И второй донат, если я правильно запомнил, да, рандомный лис, 300 рублей, да. Потом покажу, что там написано, я забыл уже. Вот только что смотрел, забыл, блин. Вот. Вы очень помогаете, конечно, да, это вообще респект. Не ожидал, что такое будет. Я, короче, задолбал вас с этим лесом, да. И вот что скажу, мы идем не в него. В этот раз мы идем через него на берег Клязьмы, где даже я не был. Он недалеко, мы на закате практически идем, как всегда. Последние дни, да, все ролики записываются на закате. Как-то так оно получается. Вот, это тоже как-то не очень хорошо, да. Я просыпаюсь поздно, пока раскочегарюсь, да, 2 часа. То есть 12 я проснулся. Пока раскочегарюсь, уже 15 будет. 14-15. А это уже поздно, да, выходишь в 14-15 часов. И это уже на самом деле поздновато немножко. Это не круто, да, то есть уже светового дня у тебя чуть-чуть, да. Вот, и грустненько, да. Но на тему донатов вот что скажу. Не пропадут, да. Я пока просто не еду в Москву за этой лампой. Тут ее не оказалось. За лампой надо ехать в Москву. У меня будет повод съездить 10 числа купить. Блин, мужик вот там вот ходил, только поссать. А я дальше пойду. Вот. Будет повод поехать, да, чтобы не ездить два раза, не тратить деньги. Вот, 10 числа, 10 куплю. И 11 будет распаковка. Наверняка поеду вечером. За всякой лабудой, да, еще дополнительно, не только за ней. Вот. Берег Клязьмы, куда я хочу попасть, достаточно недалеко. Но я почему-то никогда там не был. Говорил я об этом или нет? Да вроде нет. Короче, это совсем недалеко. Надеюсь, я туда успею дойти, только совсем стемнеет. У нас осталось буквально 15 минут до того, как стемнеет совсем. Не знаю, там телефон тащить не будет, потому что там нет освещения как такового. То есть я могу смотреть, а телефон смотреть не сможет, да? Потому что на берегу стоят только 4 дома. И самое интересное место, вот это все пруды, все прочее, конечно же. Так, налево, направо, направо. Находится без освещения, да? Пуши, ну кто будет деньги тратить, чтобы еще пруд освещать какой-то несчастный, в котором даже купаться нельзя. Смотрите, какой клен, блин. Вот. Клен, короче, every good. It's beginner. Вот уже полпути. Тащим-то пройдено. Полпути. А интересно, там налево, направо? Или куда? Вот. Нам, похоже, сюда, да? Вот. Мало тут народу лазит, но и понятно. Сейчас на улице плюс один. Снег мокрый, все мокрое, но воды пока нету никакой, да, нигде. Нигде нет никакой воды. И это очень хорошо. Вот. Хотя все ручьи уже растаяли, уже все ручьи текут. Вот, то есть, как бы и к потеплению уже идет. Хотя только начался февраль. По своей сути, только начался февраль. Вот. Практически. Я даже не в курсе, какое сегодня число. Вот это вот видеоблогер, да, действительно, жирный голубь. Тоже видеоблогером называется. Сегодняшнего числа-то и не знает. О, ну вот такие вот, короче, дела. Ну, я думаю, что сегодня 31 или 1, короче, февраль начинается. Или через несколько часов, или уже начался. Есть только два варианта. Ладно, короче, пробегусь, включусь уже там или где-то ближе.
идя по такой улице с относительно крутыми домами, да, вот видите, вот, с кирпичными гаражами, мне вспомнился Герман Греф. Вот, а я его все-таки обманул. То есть я действительно не зря спешил, я успел снять деньги. Он мне назначил списание по карточке 90 рублей за мобильный банк. И удалось сделать так, что там осталось 10 рублей только. И действительно, через 2 дня, сегодня с утра в 9 часов, мобильный банк попытался списать 90 рублей. А там их не было. А эта карта моментум, но еще не именная. И поэтому в минус не ушло. Потому что невозможно в минус уйти на неименной карте Сбербанка. Вот, и по сути, мобильный банк нам простили. Нам простили, нам его не списали. Вот, и это очень хорошо, это прям вообще, вообще круто. Мне нравится такой прикол, да? Вот. Обманули Германа Грефа. Ну кто, кто жаднее еврей? Жаднее еврей, жирный голубь. Герман Греф, вы столько карточек подключили к своей системе, что вы даже не можете настроить списание денег, чтобы оно проступало в онлайн, да? Чтобы оно в реальном времени хотя бы работало. Вы, господин Герман Греф, лажанулись немножко со своим банком. Шибко много абонентов у вашего банка. Сокращайте их количество. Тогда, возможно, он будет успевать работать. И никто не будет крутить ушами и все такое прочее делать, как я. Вот, но 2 дня на списывание, да. Они пишут, сейчас мы вам спишем деньги, да. А 2 дня проходит и нифига, да. Только через 2 дня, это вообще анекдот какой-то. Я такого прикола не понимаю, да, это вообще, это никуда не годится, Герман Греф. Меня всегда удивляла вот эта детская площадка строгого режима. То есть она закрыта, и видите, вот там всякие штуки стоят, да, турнички. Все закрыто, завешено колючей проволокой, без всякой шутки, вон там, видите, да? И это вообще какая-то жуть, да? То есть детская площадка строгого режима, без детей, без всего, вот, турнички в лесу, да? Вот это я не пойму, конечно. Вот, да какая жадность у людей бывает. Вот, наверное. Сам Герман Греф тут живет, да? Только он мог до такого догадаться. Или его брат по разуму, конечно же. Вот он, да, конечно, да. Детскую площадку на улице, отгородить ее себе, выкупить, закрыть. И чтобы дети другие не перелезали даже через забор, а колючей проволокой, как на зоне, ее огородить. Это вообще супер. Вот, я офигеваю с этих приколов. Никогда их не пойму и понимать не буду. А с другой стороны, понятно, конечно, вот тут алкашное место, да? Но если тут алкашное место, не стройте здесь детскую площадку вообще. Вот, нафига, да? Соответственно, никем она не используется, никто там не ходит никогда, ни зимой, ни летом никто там не играет. Потому что она, наверное, давит на нервы и самим владельцам в результате, да? Какими бы армейскими, привычными к колючей проволоке или к тюрьмам, да, полицейской охране они бы не были. Вот. Вот. Это и не только тут. Вот здесь вот за забором украденное у народа озеро, да. Там было такое небольшое озерцо. Вообще маленькое-маленькое. Ручей, короче, туда затекал, да и все. Мини-море. Мини-море города Юбилейного. Вот, и взяли себе, забрали, превратили в бассейн, построили 4 коттеджа вокруг, или 6. Коттеджный поселок, в общем, построили, вот. Украли, приватизировали, господа, да? Грусть, печаль. А я помню, какое оно было. Было оно классное. Но бассейн, конечно, еще круче, но не все же бассейн-то, да? Не всем же он доступен. Вот. Итак, господа, пока я продвигался по этой улице, я такие высажешные пространства видел, просто офигел. Дома, то есть, которые во времена Ленина построены, это вообще бараки какие-то рабочих, крестьян. Вот. Соответственно, надо будет на обратном пути зайти, отснять, попытаться как-нибудь. Но я не знаю, получится или нет. На заднем плане такой райончик, что можно и свихнуться, если в нем жить от тоски. Ну а впереди у нас река Клязьма, да? Кажись, Клязьма.
и куча вранья, смотрите, да? Видите, какая красота, да? Я думаю, что тут резко все обрывается. А тут действительно обрыв. Прям в натуре обрыв. Прям 4 дома стоят высотных, и потом сразу раз так. Хоба. И вглубь. Камера, конечно, не передает нифига, но... Прям резкий обрыв вообще. Более чем 40 градусов. Вот. А вот наши зрители, да? Они, конечно, не видеоблогеры, как я, но... Но тоже зрители что-то каркают много, да? Это, наверное, хейтеры какие-то. Неправильные зрители, хейтеры, да? Сидят, озон обсуждают. Вот. Кормежку свою выжрали уже всю, да? У чужих птиц отняли, да? И сидят, озон обсуждают. Вот. А так вот виды вообще. Откуда бы их снять? Они прям красивые. Вот. Very best, короче, да, даже. Несмотря на мрачные вот эти деревья. Сюда бы прийти летом, да. Тут, наверное, вообще отличные, отличное место. Для отдыха. Но бы не сказал, я бы скорее хотел туда прийти, вот пониже. Вон с той стороны. У какого-то зеленого забора посидеть летом. И вот я подхожу к тому мрачному району, который хотел показать, да. Ну, он такой не особо, конечно, мрачный, но он мрачноват. Я когда увидал вот это все, да, как люди живут, я прям страшно стал. Особенно вон те дома. Вон те, да. Вот тот особенно страшный угловой. Она не просто так тут грязь, она вот этой печной трубы, видите, да. Офигеть, как люди живут, да. Не знаю, но мрачноват, как по мне. Возможно, я перебираю, да, но вот такие вот районы, да, это вообще мрак. Мрак и ужас. Вот это современный дом, это ладно, впереди. Вот это вот, конечно, кошмар. Кошмар, да, жить, а представить, что там внутри. Там уже внутри все развалилось-то, по сути, свои. И расфигачилось, да, вот. Вот, грустненько. Грустненько. Ну, как-то люди живут, да, даже окна вон закладывают кирпичами. Если окно осыпалось, его закладывают кирпичами. Но так-то это грустно, да? А могу вперед пройти здесь? Навряд ли. Вот, вообще. Райончик такой себе. Блин, там забор только небольшой, да? И мне путь перегораживает только небольшой заборчик. В это, из этого мрака, да. Из этого мрака так просто не убежать. Вот. Гараж. Недавно сгорел. Или даже сарайка. Да, мне туда прям. Вон, станция-то, вот она. Электричка скоро прибудет. А вон там вот дырка в заборе, я могу туда и дойти. Но там глубоковато. Думаю, как ни крути, ободаться с Германом Грефом я не смогу. Как бы я не был хитер, он меня переиграет однозначно. Вот мне почему-то так кажется. Потому что у него есть карта мир, на которую он всех переведет обязательно. А она бесплатна только для пенсионеров. Остальных 750 рублей и еще мобильный банк 150. То есть платить будешь 900 рублей только за карту, да, в год. Вернее, даже больше, да, мобильный банк 150 за месяц, да, будет к 2020 году. Соответственно, будешь платить вообще 2000 только за то, что у тебя карта есть. А она, кстати, обязательна для получения некоторых выплат, да. Так что это в результате аферы века, и то, что я бегаю и пока не плачу мобильный банк, забираю за где-то за час свои выплаты, это фигня, да. Все равно этот банк, он хитрый, и он меня надует основательно. Притом так надует, что даже выгоды никакой не будет, по сути-то. Поэтому Сбербанку мы говорим прощай. Вот, как кончается эта платформа, так в 2020 году закончится и действие карточки Сбербанка бесплатной. Вот и все. И дальше, господа, не будет пути. Вот. Ну, так оно и есть, само собой.